Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим очень быстрый салат за 5 минут. Такой салат точно понравится тем, кто любит сладко-соленые сочетания в еде. Салат необычный и очень вкусный. Количество ингредиентов минимальное. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки примерно 2 минуты, сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово, вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими кубиками. По желанию для салата можно использовать копченую куриную грудку. Одну банку консервированных ананасов нарезаем небольшими кусочками. 120 грамм сыра трем на крупной терке. В большую миску кладем нарезанное куриное филе, тертый сыр и ананасы. В салат добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перчим черным молотым перцем. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с ананасами и курицей получился очень вкусным и необычным. Готовится он быстро и с минимального количества ингредиентов. Такой салат отлично подойдет, когда не хочется долго готовить. Если вам понравился такой салат, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.